Автопоезд проезжает перекресток, направляя потоки воды так, чтобы промыть территорию даже под припаркованными автомобилями. Число машин, которые проводят мойку и дезинфекцию самарских улиц, с каждым днем увеличивается. Если 31 марта для обработки вышли 15 единиц техники, то уже 1 апреля число машин было увеличено на четверть. Уже провели работы на проспекте Ленина, Волжском проспекте, улицах Полевой и Гагарина, на набережной в Струковском саду, сквере Устинова и парке Металлургов. В дальнейшем группировка будет увеличиваться однозначно и будем переходить, возможно, на ночную работу, но это в части обработки именно улиц. Работаем интенсивно, возможно, это как бы не один круг, придется проходить еще раз. По крайней мере, остановочные павильоны будут обрабатываться очень часто и планируем все-таки выходить на уровень ежедневной обработки. Улицы, остановки, парки и скверы сначала отмывают водой с шампунем, затем обезвреживают раствором хлорамина. Все используемые вещества одобрены Роспотребнадзором. Это перекресток Авроры Гагарина, а это остановка улицы Энтузиастов. Санитарная обработка будет проводиться круглосуточно, чтобы максимально обезопасить город от инфекции. Это наиболее необходимо тем, кто вынужден продолжать работать и выходить на улицы во время карантина. Улично-дорожная сеть – зона ответственности МП «Благоустройство». Предприятие закупило 2 тонны шампуня и почти 1,5 тонны хлорамина. Предполагается, что поливомоечные машины пройдут по городу по нескольку раз. Но в работе дорожников есть и ложка дегтя в виде припаркованных автомобилей. Конечно, основные препятствия, собственно, все время при уборке города – это стоящие автомобили. Конечно, они мешают. Прилотковая часть в этом отношении убиралась бы быстрее, смывалась бы водой грязь быстрее. Ну и, конечно, мы все-таки ожидали меньшее количество транспорта в период самоизоляции. Параллельно идут работы в рамках городского месячника. Только МП «Благоустройство» в течение суток вывело для уборки свыше 200 единиц техники. В работах было занято 300 человек. На полигоны вывезено порядка 90 кубометров мусора, 115 тонн снега. Сезонные мероприятия продолжаются в усиленном режиме. Олег Зверев, Николай Епифанов. События.